Для тех, кто хочет иногда послушать эфир и поработать в эфире, и нет доступа на крышу, вот, предлагаю вот такой самодельный кронштейн для антенны. Вот он, я его показываю с кухни. Он у основания сгибается во все стороны. То есть, в принципе, если я его отклоняю сюда, я его могу обслуживать с кухни. Сделан он из тонкого квадратного профиля. Профиль довольно-таки легкий. Значит, пелька врезана изнутри. И опековская антенна метровая стоит. Сейчас подойдем поближе с балкона. Значит, вот еще одно окно. Если ее, опять же, согнуть в колени около стенки, я могу его обслуживать вот через это окошко. То есть антенна появляется прямо вот ровно здесь. Так, и самое главное окошко, через которое мы монтировали. Значит, изначально была на магните на конде антенна, но она практически не работала. То есть сложно было настроить КСВ и так далее. Вот сейчас вот, значит, сделана вот такая конструкция, еще раз говорю. Все очень просто и надежно. Тянем за веревочку, но это пока так. И антенна оказывается около этого окошка для настройки и так далее. Можно поменять ее, в принципе, без проблем. То есть все обслуживается. Сейчас посмотрим снизу, как это все выглядит. Вот так это выглядит снизу. Самого штыря практически не видно. Сейчас попробуем с другого бока покажу. Так, ну вот с этого ракурса тоже практически ее незаметно. В общем, как-то так. Спасибо.